Хочу записать видео о том, как в принципе реально легко с помощью нежити можно убить сильного компьютера, даже для новичка. В принципе, изначально я, возможно, даже героя строить не буду, хотя, наверное, таки построить стоит. Тактика будет заключаться в том, что я с помощью глупого искусственного интеллекта компьютера буду манипулировать им, тем самым не давать ему нападать на меня. Тем самым мне не нужно будет строить оборону. Ваша воля исполнится. Я на этом буду экономить. Да свершится предначертанное. Стройка завершена. Нужно больше золота. Где прольется моя кровь? Куда построить зиккурат? Да свершится предначертанное. Стройка завершена, повелитель. Нужно больше золота. Я жажду служить. В принципе, мне много дерева не нужно. Поэтому я думаю, сколько мне тут удалок. 4 пока что хватит. Главное мне больше быстро построить пауков. Постройка завершена. Герой пускай будет Артес. Нужно обредить тир 2. Чтобы пауки сразу могли закапываться. Нужно больше золота. Что сделано, то сделано. Да, блин. Уба. Пауков нужно будет очень много. Нужно построить зиккурат. Жизнь. Нужно больше золота.
храбрость. Я готов мстить. Наконец-то. Так, компьютер здесь уже всех убил. Скорее всего, и здесь. Угу. Значит, он, возможно, где-то здесь находится. Исследование завершено. Мне надо, чтобы он построил базу. Вот и база. Да начнется битва. Ты звал меня? За короля Йорка. Исследование завершено. Здесь они сейчас, наверное, построят вторую базу. Вот они ее строят. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас я вас настигну. Да, повелитель. Ваш ход. Что сделано? Склоняюсь. Чего желай, мой повелитель? Склоняюсь. Все-таки одного склепа будет маловато. Исследование завершено. Нужно построить зиккурат. Я жажду служить. Исполню с радостью. Я воплощение тьмы. Приступаем. Да, повелитель.
Расследование завершено. По имени Руба. Я выпью их соки. Постройка завершена. По имени Руба. Да, полюбитель. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, надо больше пауков, то явно тех не хватает. И еще гаргулий. Да давай уже умирай. Я выпью их соки. Время пришло. Да, полюбитель. Время пришло. Здесь у нас гаргульки. Гаргули тоже нужно побольше. Не дать ему построить башню. Будет вторая моя армия. Я жду. Как разведчики.
Вот как плохо. Исследование завершено. Здесь никого не потерял. Не, никого не потерял. Ну, очень неудачно там я сохранил. Больше. Апгрейд. Еще два паука. Артеса увести. Жажду служить. Исследование завершено. Куда ж вы пошли, гады? Постройка завершена. Постройка завершена. Вы звали меня. Постройка завершена. Наш золотой рудник скоро иссяк. Ваш ход. Приступаю. Ай. Вот блин. Надо же было так неудачно. Ну ладно. Надо больше пауков. Нужно больше золота. Исследование завершено. Немножко испортил. К сожалению. Вот блин, да что за неудачи? Как одна, так другая, блин. Когда я уже успел гаргулю потерять?
золотой рудник обрушился. Пойду нападу на ихнюю базу. Опять немножко неудачно, ну ладно. Еще двоих надо. Аргули. Нужно больше золота. А, рудник у меня поломали. Значит, единственный вариант это... Ну что у нас здесь? Чего желает мой парень? Нужно больше золота. Вот блин. Моя кровь. Ваша воля исполнится. Нужно больше золота. Я жажду служить. Исполню с радостью. Чего желает мой победитель?
больше золота. Да блин. Надо же было так тупануть. Моя кровь. Склоняюсь перед вашей волей. Вижу, противник идет. Вот черт, у них есть вертолетики. Плохо. Ладно. Где прольется моя кровь? Я жажду воли исполниться. Стройка завершена. Так, золото опять набирается. Да свершится предначертанное. Чего желает мой победитель? Вот черт. Бегите, бегите, бегите. Стройка завершена. Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Нужно постоянно нападать. Убегать. Чтобы компьютер не нападал на меня. Постройка завершена. Чего желает? Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Свершится предначертанное. Проклятые возвращаются. Тайное станет явным. Не-не-не, ты членись. Да сколько ж оно длится, это слово? Нужно больше золота.
завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. И армия. А мы отходим. Так, они меня убили одного. Вызвали меня. Жертвовника. Вот против хумов чё плохо, то что, во-первых, изначально пауки очень плохо стреляют по его мечникам. А второе, это то, что вот как видно, их вертолетика очень много, которые постоянно мне сносят моих столсовиков, поэтому это очень опасно, как бы. Компьютер терпит. Ну, рудника у него, ёп, я думаю, уже нету. Пойду и я немножко покачаюсь. Так. Я жду.
красиво. Надо больше разведчиков. Я жажду служить, где прольется моя кровь. Они ждут. Завершена. Еще тупой компьютер вот явно за мной не гонится по воздуху. Хотя вот вертолетиками и грифонами может. Он, конечно, бы их сразу потерял, наверное. Ну, сейчас проверим. Чуть не потерял. Также ж я, как видно, не даю ему завладеть ресурсами, в то время, когда я ресурсы активно добываю. Ты увидишь все. Пошлю разведчика сюда. Чего желает? Гады. Но зато у них войск здесь нету. Вот они теперь возвращаются. Понимают, что их сейчас убивают. Вот зараза достает башенка. Идут, гады, идут. Я за вами слежу. Разведка — это хорошо. Кого они мне убили? Паучка, да? Да, они убили мне паучка. И вот они снова идут. Армия у него все равно большая, мне ее не победить. Больше разведчиков, если честно, мне кажется. Чтоб четко знать, где находятся противники.
хорошо, что у них нет уже вертолетиков, я спокойно могу следить за ними. В принципе, если бы я изначально не сильно тупил, то вполне реально мог бы, не пойму, то ли разведка неправильно говорит, то ли фиг его, реально мог бы вообще без потерь. Разведка тупит. В идеале, конечно, можно вообще прицепить герою свою тень, и можно за ними все время следить. Тупые компьютеры даже не догадываются, что за ними следят. Так, быстренько. А, это хорошая тень. Паучок. Прикрыть паучка любой ценой. Паучок спасся. Кто там у нас? Ах уж гады. Где-то скинули моего этого разведчика. К сожалению, руда у меня тоже скоро иссякнет. Ты увидишь все. А давайте быстрее. Есть. Более эффективного ДПСа. Буду уже подтягивать пауков. Я буду твоими глазами. Разведчика на всякий случай поставлю здесь. Вдруг они обнаглеют совсем. Очень близко к моим зданиям.
золотой рудник обрушился. Жаль, второй золотой рудник обрушился. Блин, при том, что у него экономики нету, все равно у него гигантская армия, и надо ее быстренько стачивать как-то. Пауками, что ли, или чем. Ну я, конечно, вначале снесу ему все здания. Чтоб наверняка. А потом уже начну убивать его по одному. Так, мне больше вот это вот здание мешает. Сейчас попробую его с помощью пауков танчить. Подожду, пока эти пройдут дальше. Так, ну подожду, чтобы они подальше ушли. В принципе, чтобы больше был ДПС, можно, конечно, построить и драконов. Ну, это, ну, чтобы чуть-чуть быстрее их убить. Так вполне хватает и того, что есть. Так, у него атака обычная. А нету никого. Стройка завершена. Да, дурак совсем. Завершена. Ну уничтожай свои здания сам, ладно. Так уж и быть. Уничтожил свое здание. Походу он уже не будет никуда уходить. Я так понял. Посмотрим. Я иду. Он сдался. Я посмотрю. Завершено. Тайное станет явным. Да, вот оно. Я посмотрю. Вас убить попроще так. Вызвали меня.
Поджигай. Сейчас я вас настигну. Ну, немножко... Там же ж плохо ты поджег. Все-таки он решил уходить. Это хорошо. Ой. Что ты хочешь увидеть? Тайная статья. Вот блин. Ну ладно. Прозевал. Фиг на вас догнать. Ого. Я иду. Понемножку и ему всю армию уничтожу. Сейчас еще драконы помогут. В принципе, у драконов магическая атака, поэтому ими я легко поубиваю мечников. Если уничтожить это здание, то я потом смогу видеть его войска. А, черт, потерял одного. Летающие барашки — это плохо. Блин, стан. Брыкается еще компьютером. Потерял.
Вот, блин, надо было не отбегать. Вот, блин, а чё так? Чё, если все здания убить, то выиграл, что ли? А я ещё хотел... Ну ладно, допустим, я не выиграл. А. Ну ладно. Бейте героев, стреляйте по воинам. Вы же ж драконы. Квест перерождения, что ли? В принципе, вот так вот легко и просто можно победить тяжелого компьютера. Конечно, не совсем честно. Ну такой уж у меня характер. Войск нанято у него больше. Он мне даже успел на 40 единиц убить кого-то. Наверное, пауков. А, Игорь Лужич убивал меня. Ни одного здания меня не уничтожил. Ни одного героя мне не убил. И суммарно мой герой, ну, конечно, меньше, чем его, да.